Сидеть! Что, не ждал? Нам есть о чем поговорить насчет Рокпорта. Что скажешь? Я, кажется, не просил тебя встревать, Крок. С чего ты взял, что я позволю тебе охотиться в городе-казино? Я Кросс, а этот тип не из ваших. Когда-то был из наших. Сколько за него дают? 150 штук. Дэвид, займись этим парнем. Так вот в чем тут дело. Ники, это будет забавно. Какого черта ты сюда приперся? Ну-ну-ну, эй, ну-ну, потише, девочка. Я пока не в курсе, что произошло. Но я точно знаю, что тебе нужны серьезные деньги. А у меня есть кое-какие сложности с переделом города. И твои способности в этом деле будут очень кстати. Я ведь, кажется, уже дважды спас твою задницу от больших проблем. Так вот, услуга за услугу. Ники, ведешь своего старого приятеля в курс дела? Ты шутишь, да? У тебя есть еще идеи? Начинайте прямо сейчас. Не подведи. Как в тот раз. Спасибо, что дождался. Да ладно. Ники, а кто третий? Неважно. Дариус отдал нам все три, выбирая любую, какая больше нравится. Ну, если их тут три, я могу взять одну? Ну, то есть, вообще мне без разницы, какую брать, но лучше бы вон ту с крутыми дисками. Так проверь, заправлена она или нет. Ух ты! Здорово! Выбирай тачку и давай начнем. Thank you.
график. У меня нет времени. Никки чудо. Слушай ее, а я буду рядом и прослежу, чтобы она тебя не мучила. Ладно, хватит трепаться. Итак, твоя команда – ключ к победе. Во многих гонках ты можешь участвовать с помощником. Помощник может блокировать противника, разгонять твою тачку во время заезда или подсказывать, где можно срезать. Сейчас я немного побуду твоим помощником для примера. Невилл нам поможет. Он будет нашим соперником. Для начала ты должен научиться подавать сигналы помощнику, когда пришла пора действовать. Без этого он просто будет мотать круги. Давай, пробуй. Молодец. Запомни, это команда для блокировки разгона. Наблюдатель работает с тобой на протяжении... Не все гонки. Блокировщики действуют как истребители. Могут пожертвовать своей машиной для того, чтобы столкнуть твоего соперника в кювет. Я покажу тебе, как это делается. Скажи, когда блокировать Невилла. Разгонщики — это демоны скорости. Две машины, идущие друг за другом, могут развить большую скорость. Пристраиваешься за кем-нибудь и висишь у него на хвосте несколько секунд. Разгоняешься как следует, обходишь помощника и летишь вперед. Ладно, давай команду, и я тебя разгоню. Я не могу больше тратить время на тебя. Поехали! Поищем приключений. Ты надолго пропал. Зажигал брак в порте, да? Тут многое изменилось. Куча мелких группировок. Просто безумие. Эй, чего? Ох, мы сейчас повеселимся! Я помогу. Я отвлеку. Отрывайся! Возможно, группа. Идет погоня. 7, 10, 8. Следовать в район и ждать сигнала. Объект «Красная масса». ДТП с участием полицейской машины. Внимание! Иду на обгон. Код 1075. Надеюсь, мне удастся его перехватить. Необходимо срочно перекрыть этот участок дороги, иначе нарушитель скроется.
До связи. Когда объект видели в последний раз, он двигался на восток. Отступление в радиусе 10 кварталов от точки. Вызов код 6. Всем экипажам. Уточнить координаты. Подробности на экранах. Диспетчер, это Черный 3. Со мной двое. Будем в квадрате через 3 минуты. Внимание, прекращайте погоню. Эй, надо встретиться. У тебя есть координаты убежища. Я уже там. Дариус дал тебе убежище. В нем ты можешь чинить тачку и прятаться от легавых. Тебе нужен помощник, и это я. Давай покажу, как тут все устроено. Превратился в поле боя. Команды постоянно бьются за территорию. Хочешь быть в курсе событий? Смотри на карту. Мелкие команды появляются и уходят. Но тебе стоит знать крупных игроков. Город поделен между Бусида Кенджи, командой Вольфа и командой Энджи с 21-й. Ты сейчас для всех ноль без палочки. Но если ты выиграешь несколько гонок и отобьешь у кого-нибудь квартал, все поймут, что ты реально крут. Если главарю покажется, что тебе слишком повезло, тебя начнут искать. В гонке один на один у тебя есть шанс отбить у главаря всю его территорию.